Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и MediaTek раскрывает особенности процессора в грядущем Yume Plus Extreme. И напоминаю очередной раз, что ссылки на интересные товары находятся в описании к видео, так что переходите, смотрите, покупайте. Поехали! Первая половина 2016 года ознаменовалась широким распространением процессора Helio P10 от MediaTek, который успел существенно увеличить производительность смартфонов среднего ценового сегмента, включая Sony Xperia XA, HTC A9s, Oppo R9, P9 Plus и Meizu M3 Note, а также Meizu Max. Теперь пришел черед узнать, какие возможности таятся в долгожданном сиквеле процессора Helio P20. Известно, что китайский производитель нацелен на европейский рынок, и компания Yume уже сделала успехи в этом направлении. Грядущая новинка Yume Plus Extreme первой получит процессор Helio P20, уже известны главные отличительные особенности P20 от предшественника. Вот главные из них. Helio P20 на 25% улучшена энергоэффективность благодаря поддержке новейшего техпроцессора 16 нанометров и оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Ядра архитектуры ARM Cortex-A53 работают с тактовой частотой до 2,3 ГГц, а новые графические чипы ARM Mali T880 функционируют на частоте 900 МГц, то есть на 25% быстрее, чем P10. MediaTek Helio P20 – это первый в мире чипсет с поддержкой стандарта оперативной памяти LPDDR4X. Чипсет способен работать в сетях FDD и TDD, Release 10, всех распространенных диапазонов. Соответствует стандарту LTE Cat 6, скорость передачи приема данных до 300 Мбит в секунду, а также поддерживает агрегацию несущих частот по схеме 2 на 20 МГц. Еще одна особенность P20 – процессор для обработки изображений ESP, использующий архитектуру, аналогичную флагманскому решению MediaTek Helio X20. Данный ESP с 12-битной глубиной цвета поддерживает съемку до 24 кадров в секунду с нулевой задержкой, которая называется Zero Shutter Delay, и разрешением 24 мегапикселя с одной камеры или с двух камер по 13 мегапиксель каждая. Современный техпроцесс 16 нанометров от TSMC гарантирует существенный рост производительности и снижение энергопотребления. Внутренние сравнительные тесты процессоров в JavaScript приложениях показали, что основанные на техпроцессоре 16-нанометровом чипы сохраняют на 15% больше заряда батареи по окончанию часового теста, чем процессоры предыдущего поколения. Согласно анонсу на официальной странице Yume в Facebook, Yume Plus Extreme получит процессор Helio P20 взамен Helio P10 в обычной версии. 6 ГБ АЗУ, новейшую операционную систему, Android 7.0, а также черный и синий цвета корпуса. Ожидаемая стоимость новинки $300. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.